Мы приехали, ребята, мы приехали в магазин. Да. Только что после бассейна. Все с мокрыми волосами. И Келка, скажи привет. Привет. Вот, приехали в магазин, все его, наверное, знают. Вон, я сейчас свою увеличу. Многие ютуб-блогеры и кто здесь живут, прекрасно знают, магазин называется Walmart. Ну, в общем, вот как-то вот так вот мы идем. Вот как-то вот все троем. We're gonna do the monkey. Do the monkey. Do the elephant. The tiger, tiger. Ну вот, мы зашли. Посмотрим, что здесь новое. Ух ты, вот у нас какие. Угу, like this one. Area Rapunzel. Look at that armor. Можно создать ей очень красивое платье. Это очень карета. Да, сюда. И вот это вот тоже очень красиво. А это что, девчонки? Девчонки, кто это? А это кто? А это, да, это красавица-чудовище, живет. Это очень вообще красиво. Это у нас «Маленькое королевство». Это новая серия Hasbro. Hasbro. Сколько их тут всех? Это что? Это у нас, конечно, Рапанзель. Даже как-то на себя не похоже. Это у нас Тиана. Вот она. Это у нас... Мулан. Мулан. Это... И Покахонтас. Покахонтас, вы правы. Покахонтас написано. Джасмин. Джасмин. Белл. Белл. И Синдерелла. Белла, да. Эрил. Ирил. Это Аврора написано. Видишь, Аврора. И Элза. И Белл. We don't have это Белл, у нас Синдерелла, конечно. И Снова, да. Белоснежка. И... А это наверху. Тара Эрил написано. Она плавает. Вот у нее какой хвост. Подождите, я еще наверх смотрю Рапанзель Magic Story, магическая история Белла. А это кто для тебя? This is color changing one. Да, это меняет она. I want it, mama. Она написана, что нет, вот это вот не меняет. Она всего лишь это magical story у нее. Elsa, we don't have this Elsa, not that Elsa. Смотрите, это какая? Смотри, это помнишь этот маленький Frozen, который вторая часть? Mama, look at this baby Elsa. Который маленький, вот они. Look at this baby Elsa. Я вижу, вообще смешно, да? Да. Baby Elsa, смотрите, маленький лялечка. Elsa, да. Лялечка, кто там позади? Кто там будет? Анна лялечка? Нет. Ой, Ой это Юра. Baby Аврора? Да. Это Baby Тиана? Baby Тиана и Baby Аврора. Baby опять Аврора. И это, может, Анна, да. Точно! Эриэл! Эриэл, да, двумя хвостиками. Даже посмотрим на заду, по-моему, опять у нас Эриэл. Тиана. Сейчас посмотрю, да. Поставлю. Тиана опять, да? Да. Да, вторая и Тиана. Это... Нет. А там позади совсем кто-то с хвостиком тоже, подождите. А это кто? Рапанзель? Что-то да. У нее это... Но... Ну, вообще, бэйби Рапанзель. Очень смешно. У нее маленькая еще косичка, да, тут? Класс. Еще, baby, Elsa. Где? Вот она. Ой, это еще меньше, по-моему, Elsa. Я хочу baby. Это сколько castle. Маленькие, такие ножички у нее, посмотрите. Я же вам показывала, что это, что из второй части, где у них день рождения, как она называется. Лихорадка, вот она, лихорадка. Да. Маленькие эти лихорадки, она когда болела. А это кто? I can't go. А это поющая Элса, вон она с микрофона.
Скалер has it. Да, она у нашей двоюродной сестрички есть. Это у нас тоддлер, когда уже подросшился. Чего только не придумают, а? Мама, I can't get off. Это Анна такая. Тоддлер это вообще до 4-5 лет, в общем-то. Четырехлетняя у нас Анна и четырехлетняя Элса. Сползи, сползи, пошли. Где София? София! Туфли, да. Ну это неинтересно. Вон, вот эти вот интересны. Смотри, какие. Это все новое, да? Он стоит $20. Это что у нас за кукла? Синдерелла. Вот у нас вся одежка. О, какая красивая лошадка. Это лошадка Максимус. Нет. Написано, что это Максимус, это лошадка Рапанзел. А это у нас? Это просто у нее... Где она причесывается? Jasmine, yes. Мама, give me out, mommy. Что ты хочешь? Ну, давай. Okay, look. This. Смотри, buy. Платье какие вам. Мама, look at that. You can make ice cream ice. Да? Это он делает эти снежные, снежные, называются они по-русски, они называются снежные cones, вот, со всякими вкусами тут, малина, клубника, да, смотри, да, вот, какие у нас значит, костюмы? Костюмы у нас есть, это у нас кто? Джасмин, да, вот это? Вот она у нас восточная красавица, откуда-то из арабских стран. У нас какой-то покрасивее есть тут. Не знаю, это $40 какой-то, оно не такое. Так, подожди. А это у нас такой доктор. Доктор, это вот девочка, она на телевизоре, на Диснее все время показывается, я ее знаю. Не знаю, как она называется, девочка? Девочки? Мама! What's her name? Вот ее, как ее зовут? Duffin, девочку. Duffin. А, ну и написано правильно, доктор Макстаффин. Что это? Ой, это такое... Это... Вот это вот платье красивое, оно мне нравится, да. Что? Не видела это! А где ты видела? Смотри это! Да, она лечит их, да? Я хочу! I wanna buy it! I wanna buy it! Девчонки уже себе сложили маленькую бэйби Элсу. Адриана, возьми кошечку или собачку, кого возьмем? Я хочу кошечку! Кошечку тебе? И это, мама, смотри! Это какая у нас была, я ее выкинула, она мне не нужна. Потому что вы ее нет, сломали или не пользовались? Была это. Вот кошечка. Мы ее возьмем. Да? Как ее даже зовут-то, не знаю. 9 вещей тут. Посмотрим. Нет, смотри дальше, пошли пешком. Вот она, врач, доктор. Док Манстаффин. Где? Макстаффин, да, она называется. Ой, смотрите, какой. Какой котик. Это у нас... Что тут? Поет, ты нажала, да? Ну-ка давай послушаем еще раз, как поет. Давай еще раз. Давай сюда повешу. Нет, туда не вешается. Ну давай тогда на Микки Мауса повешу. И нажмем. I told you don't need to. I want to. If you wanna be a snowman, вот эта вот песенка. А это у нас восточный. Такой красавец кот. Кот в сапогах. Вот София пошла. А это Микки Маус, летающий, да? Да. Так, пошлите, посмотрим еще по принцессам немножечко. Пройдемся. София. Мама. Какой хвост, смотрите, у нее. Он музыкальный. На него нажать можно. Нажми. Вот, Эриэл, смотри, у нее хвостик меняется. Интересно, плавать ей можно? Еще крутится, написано, что хвост крутится. Так, когда я плаваю, и вот он, это...
загорается. Может, возьмем вот эту вот плавающую русалку? Да. Хочу, ну пошли. Что еще? Вот она, красавица, кошечка. Где-то мы такую же видели. Что-то у нее глаза какие-то. И она почему-то она на распродаже аж $40 до 25, не знаю, что там с ней не того. Это что у нее? Тут у нее глаза, знаешь, как у инопланетянина. Вон вторая такая же, но это еще посимпатичнее. А это прям какое-то, не знаю, страшное. Это Авроры она. Это Аврора, да, идет? Алло. Или чьи? Аврора Китти Дрим, да, это Аврора. Алёра. Тапочки, смотри, какие вот эти красивые. И написано, что мои глаза автоматически мерцают. А попробовать можно? Да. Попробовать. Ой, мы... Значит, что там нажать надо? Ничего не нажал. Она еще и разговаривает это. А это... Тихо. Я знаю. Может, брат или нет? Смотри, мама. Вот она. Это у нас фея. Это диснеевские принцессы. Мама, смотри. Я вижу. Зачем нам пылесос? Прям как настоящий. Адриана говорит, что реально реально чистит. А это, смотрите, это у нас игрушечка внутри. Какие у нас красивые, вы посмотрите. Это называется животные дворца. Дворца кого? Белоснежки? Нет, это не Белоснежка. Это да, был... это всех принцесс животные. Давайте их внимательно рассматривать будем. Show me. Вот они. Give it in my hand. Сейчас, Адриан. Так, подожди, дай мне посмотреть пони. Красивая, смотри, какая пони. Держи. Держи, Адриана, сейчас буду показывать, какие у нас красивые животные. В общем, как их зовут, наверное, написано. А, вот. Рапунцель Бланди. This pony. Вот это вот, это пони Рапунцель Бланди, да? Дальше написано, что Аврора Ферн. Вторая, это вот Авроровская. This should be Belle. Вот это вот посередине, это у нас кошечка, это Рапунцельская Сандрап. Вот эта лошадка Тиановская Бау. Where's Belle? Покахонтас. There's no Belle? Пау, может быть это. Дети, если я что-то напутала, поправьте меня. Этот слоник, судя по всему, это маффин, вот этот Snow White, наверное. Нет, вот этот маффин, вот он Snow. Вот, сейчас покажу, вот он маффин. А вот этот слоник у нас называется Джасминовский Тай. Ну правильно, Тай, конечно, в Тайване, Джасминовский. Вообще слоник Джасмина. А вот это последнее, это у нас Рапунцельская Клим. Что-то у Рапунцель больше всех. Да, вижу, девочки, вижу. Ну так вот мы разобрались. Вот они, если бы написание. Бронза. Красота. В общем, красота. Сколько сейчас, сколько всяких кошечек. Вот красивая очень. Это, оказывается, новая серия. Вот эти вот Palace Pets, дети, животные дворца. Вот это вот, ну вот, смотрите, девчонки. Смотрите. Tell me. Какая лошадка. Ух ты! Микелка, ты видела вот этих? Это вот только что мы с Sweetie Tails. Как ее зовут? Yeah. Непонятно, но в общем, она на всех. Я люблю это! Зачем тебе краска? О, какая! Да. Это Барби, огромная Барби. Смотрите, какая огромная. Ну давайте на день рождения Микелы. Микела, хочешь на день рождения? Я хочу это на моем день рождения. А потом у Оливии будет день рождения. Сначала у Оливии, потом у Микелки. Через 2 недели у них разница день рождения. Мы тогда сделаем Оливия, тебе подарим сиреневую Барби большую, да? No, I'll
А Микеле розовую. А у тебя день рождения еще совсем не скоро. Ну ладно, мы тебе сделаем тоже летом тогда день рождения. Это уже все больше для девчонок взрослых. 7, 8, 9 лет, наверное, даже больше. Вот это вот сейчас очень красивые купальники, которые идут уже вставлены. Опять-таки все с американской тематикой здесь пошло. Не для русского украинского рынка. Да, ну таких же много. У нас же была уже невеста. У нас же была невеста. А не это. О, такой не было, конечно. Это какая-то прям салон красоты. Красота. Да, красота. О, мне нравятся маленькие именно игрушечки. Смотри! Мы в наших последующих сериях будем разбирать маленькие игрушечки. Мне понравилась серия вот эти вот животные дворца Palace Pets. Так что я думаю, мы такие вот маленькие еще с вами потом рассмотрим. Правильно? Особенно вот эти вот, очень красивые. Я люблю игрушки коллекционировать. Ильян. Вот как хорошо, да, вечером ходить. Сейчас уже 8 часов с лишним даже. Эти вот все Monster High. Не хватило. Мы небольшие фанаты Monster High, если честно. Что слишком много негативной энергии идет. Ну что это такое? Вот что такое? Раздвоенная голова. Смотрите, девчонки. Look at that. Смотрите, девчонки. Еще светящаяся. Видите, она еще светится. Написано. Две головы. Я как-нибудь тоже сделаю видео про Monster High. Вообще, зачем они сделали эту серию. И какая цель для детей. Ну так, если честно, не очень советую смотреть. Вот это вот другое, это у нас уже драконы идут, да? Вот это такой интересный дракон, это все, как японцы делают. Это картинки даже очень похожи, как они рисуют. Это вот что у нас за серия такая. Это какие-то блестящие девочки, да, крутящиеся, блестящие. Смотри, Адриан! Sparkle Girls! Сейчас я вас подвину, подожди секунду. Оливия, ты еще не устала со всеми ездить, а, Оливка? Да. Ой, машина. А это что такое? Шопкинс. Шопкинс? We never had Шопкинс. Нет, у нас не было никогда Шопкинса. Вообще никогда. Can I get Шопкинс? А что они такие маленькие? Я никогда их не понимала. Что они такие маленькие? Прям малюсенькие какие-то. Они по всему дому теряются, нет? No. Я понимаю, там Барби купил вам, вон она, Барби купил, ну понятно, дома где. А Шопкины вообще, что это такое, они, сестра твоя подарить себе может. Maybe we should buy it. Только для хорошей девочки, если будешь очень хорошая девочка. Будешь хорошая девочка? Какая ты хорошая девочка у меня будет, скажи? Очень. Что ты сделаешь маме? Очень. А что ты маме помогать будешь? Прибирать? Прибирать комнату будешь? И свою комнату? А здесь мягкие какие-то... А, девочки мы не видели. Смотрите, вот они все эти блестящие. Какие-то новые. Странные у них лица. А вообще лица больше к реальности приближенные. Илью! Давайте посмотрим на них. Это не Эрил, они по-другому называются все. Это Fairy Tale Collection, то есть сказочная коллекция. Вот они. И вот. О! А маленькие у нас такие были. У нас маленькие были, а вот больших не было. Но они прям как настоящих девчонок-тинейджеровских похожи. Славянского типа, я бы сказала, даже все. Более натуральные, мне это нравится. Мама, can we have Шопкинс? Что ты прям с этими шопкинсами? Очень хочешь? Yeah. Мне нравятся пони больше. No. Вот такие прыгающие. Какая прелесть. My little pony. Сейчас мы дойдем. Девочки, проехали. А это, смотри. Мама. Так, смотрите, какая большая у нас. I'm different shopkins.
Окей, take one shopping. Too fast. И будешь прибирать комнату? Все? Нет, Кила может хочет пони. Кила, Кила хочет. Я тоже. Вон у нас пони. Вот смотри каких. Нет, уж лучше как. Да, мне тоже Пинки Пай нравится. Смотри, какая прелесть. Видишь, какая прелесть, да? А папа говорит. Папа говорит ребенку, зачем ты все время здесь проходишь? Здесь снимают кино. Смотрите, какая. Вот, смотрите, какая. Смотри, это какая. А что это у нее тут? Адриан. Смотри это. Да, у нее такой. Я тебе про вот эту пони говорю. Смотри, какие у нее волосы. Завивать надо. Видно, реально завивается. Да, написано, завейте мне волосы. И вот даже есть у нас. Плойка. Ребята, сегодня у нас еще три слова, которые вы видели в данном видео. Это слово store, магазин. Это слово toy или toys, которое вы наверняка знаете, игрушка, игрушки. И новое слово shelf, shelves, полка или полки. Пока-пока!